Многофункциональный центр, построенный по программе развития региональной сети МФЦ, недавно открылся в здании бывшего училища связи, что на улице Каширина. Здесь функционирует 40 окон для приема документов от горожан. И по этому показателю данное МФЦ считается крупнейшим во всей области. Кстати, уже сейчас здесь трудится почти 60 специалистов, то есть длинных очередей не должно возникать. Сегодня осмотрел многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по железнодорожному району города Рязани и губернатор Олег Ковалев. Он проверил работоспособность системы электронной очереди, после чего пообщался с работниками учреждения. Надо сказать, что МФЦ на улице Каширина стал 29-м центром на территории Рязанской области и 11-м центром, открытым в 2015 году. Сеть создана. Сейчас очень важно ее раскрутить должным образом. Имею в виду увеличить количество услуг, которые должны оказываться через МФЦ. Создать такие программы, которые позволяли бы минимизировать бюрократию всякую, минимизировать потери времени на получение услуги. То есть сделать более совершенную работу МФЦ. Всего на создание сети многофункциональных центров в Рязанской области с 2011 по 2015 годы было израсходовано более 210 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Сейчас по всей территории области открыто 386 окон приема и выдачи документов. Благодаря этому значительно увеличилась доступность госуслуг для жителей, в том числе малых и удаленных населенных пунктов.